23 ноября в Кировском районе Саратова при проверке информации о подозрительной сумке на чердаке здания сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии обнаружили и изъяли большое количество боеприпасов и два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием отечественного и импортного производства. Также изъяты приборы для контроля акустической обстановки и для дистанционного прослушивания телефонов. Дом, на чердаке которого обнаружена сумка с арсеналом, принадлежит частному лицу. Помещения здесь сдаются в аренду. Уже в день обнаружения схрона по подозрению в причастности к совершению преступления сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из УФСБ России по Саратовской области задержан житель города Саратова 1962 года рождения. Задержанный дал признательные показания. Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Просто был, попался, достался на мне вот так вот, досталось. Ну, я не знаю, как это объяснить, досталось. В мотивах и устремлениях подозреваемого предстоит досконально разобраться следователю. Расследование продолжается. Ольга Орлова, Андрей Багаев, Александр Сокол. Вести, дежурная часть, Саратов.